мероприятие проходит не первый год, поэтому могу сказать, что впечатление об этом мероприятии сложилось до его начала. Мы все знаем и имидж этого мероприятия, и понимаем, что это площадка, на которой встречаются мировые звезды в области реконструктивной и эстетической хирургии молочной железы, поэтому, безусловно, впечатление положительное. Качество и количество спикеров, количество и качество участников, площадка для проведения мероприятия – все соответствует лучшим мировым стандартам. В рамках таких мероприятий атмосфера всегда дружелюбная, она направлена на обмен опытом, знаниями, то есть это международная площадка, это не площадка, которая подразумевает использование только спикеров или опинион-лидеров из одной страны. Это очень ценно. Мы можем проследить опыт других специалистов из других стран, поделиться своим опытом и где-то посередине найти истину.